Женя, 29 числа, я знаю, в Геленджик едет наш знакомый корреспондент Рома. Хотелось бы с ним передать тебе музыкальный привет. И нет у нас особой возможности записать это студийно, но сейчас небольшой экспромт. Ага. Но хочу тебя предупредить, что после того, как ты просмотришь этот диск, прослушаешь эту песенку, ага, диск лучше уничтожить. Это только для тебя. Давай, Лена. Забывший где-то свой ковчег, сверкнула гранью с герца и у виска нога, израненное сердце легло к ее ногам. Принцесса Виктория, я смотрю в зеленые глаза твои.